Mercedes собрал полную коллекцию электрокроссоверов. После премьеры EQE SUV в линейке немецкого бренда есть подобные машины всех классов, от компактных до представительских. В основе новинки предсказуемо лежит та же платформа, что и в основе электрического E-класса. Она же, впрочем, стала фундаментом для моделей с литерой S в названии — EQS и EQS SUV. Колоссальное изобилие моделей и строгий корпоративный дизайн неизбежно приводят к путанице. Отсюда и забавная деталь. Шильдик с названием модели разместили рядом с боковым зеркалом. Иначе отличить новинку от многочисленных родственников смогут только большие специалисты по Мерседесам. Уже в базе машину предлагают с матричными фарами, а за доплату можно получить систему Digital Light, которая умеет светом рисовать на дороге подсказки для водителя. Опять же, за доплату можно превратить всю переднюю панель салона в одну большую сенсорную панель с отдельным дисплеем для пассажира. Также в списке опций пневмоподвеска и полноуправляемое шасси. Все модификации оборудованы одинаковыми батареями, объемом чуть более 90 кВт-часов. А потому, чем мощнее машина, тем меньше максимальный пробег на одной зарядке. Начальная моноприводная версия мощностью 292 лошадиные силы способна отмахать почти 600 километров, и это рекорд среди всех модификаций. Помимо обыкновенных модификаций, есть два варианта с аббревиатурой AMG в названии. Та, что попроще, развивает 476 лошадиных сил, а топовая версия — 626. Если и этого мало, можно заказать пакет AMG Dynamic Plus, с которым эта величина вырастет до 687 лошадиных сил и 1000 ньютон-метров. Система AMG Dynamic Select позволяет выбирать один из нескольких режимов движения. В самом медленном, слипере, пользователю доступна половина имеющейся мощности, в режиме комфорт около 80%, а все 100% только в режиме Sport Plus. Однако у версии EQE 53 есть еще и особый гоночный режим, в котором водителю в определенный момент доступно 110% мощности или те самые 687 лошадиных сил. В придачу максимальная динамика доступна лишь если батарея хорошо заряжена. Производством займется завод в Тускалузе, штат Алабама, а в продаже новинка появится в следующем году. За начальную версию попросят около 90 тысяч евро.